Ну, после последнего саммита ОДКБ, когда Пашинян в лицо Путину бросил обвинения очень тяжелые в том, что российские миротворцы передавали армянских военнопленных Азербайджану, в том, что ОДКБ не выполнила ни одного из своих обязательств. Таким образом, было сказано, что мы не видим смысла оставаться в этой ситуации заложников. Ну, дипломатический язык, может быть, несколько затуманил, но посыл суть был, в этом. Да, суть была в этом, и поэтому вот момент упущен. Теперь все, значит, маски сняты, все двери открыты, и мы увидим следующие несколько недель и месяцев ускоряющееся движение Армении прочь из российско-турецкого капкана к западу, к спасительному туннелю, который выведет нас на свет.